еще посмотрим. Такова. Страж. Неготовое изделие в космос не полетит. А ты постараешься. Леш, ты не понял? Мы сейчас не прыгаем. Кто сказал? Инструкция! Совершенно не обязательно лететь туда. Да я сквозь потолок звезды вижу. Это задание держусь. А мне плевать, ты мой напарник. Риск запуска восхода 2 с живыми людьми слишком велик. Мы готовы рискнуть. Внимание, говорит Москва. Сегодня 18 марта 1965 года. Человек вышел в космическое пространство. Солдатам приходится умирать ради интересов своего государства. Я проснусь, а позже прилетит. Он очень-очень постарается. Леша, еще воздуха недостаточно, Леша! Должен полететь.